Ань, здорово, здравствуйте. С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. В преддверии Дня Матери, который весь мир будет отмечать в ближайшее воскресенье, глава региона Игорь Кошин вручил окружной знак отличия третьей степени Валентине Антипиной из поселка Искателей, воспитывающей 6 детей. Знак отличия «Материнская слава» учрежден в 2007 году и вручается многодетным матерям Ненецкого округа в целях обеспечения общественного признания, глубокой благодарности и высокого уважения к женщине-матери за заслуги в достойном воспитании детей и ее роль в укреплении семьи. А вы чего стесняетесь? Дмитрий Иванович, это же тоже участвовал. Вроде тоже где-то был рядом. Да, причем где-то, как это, не отрываетесь. 36 лет вместе, рука об руку, идут по жизни Валентина и Дмитрий Антипины. Семья воспитала 6 детей. Я вообще большая загадка, как можно справляться с большими детьми. Потому что когда много деток, и каждый требует внимания, каждый требует заботы, и как в это время можно просто разорваться. Вот большая задача. Преклоняюсь перед вами, вы героическая женщина, Дмитрий Иванович, вы героический мужчина, да, потому что поддерживать такую замечательную супругу, это нужно иметь большую волю. И, конечно же, вам хочется пожелать, безусловно, счастья. И позвольте вам вручить такую награду. Это награда окружная, материнская слава, третьей степени. В семье Антипиных 4 взрослых детей. Старшему из них, Владимиру, уже исполнилось 46. Младшей дочке Виктории 30. А 10 лет назад, как признаются многодетные родители, неожиданно к ней в дом попали 2 брата – Богдан и Степан. Дочь работала в доме ребенка, и у них там такая традиция была раньше, сейчас, говорят, этого нету, чтобы где-то брали на выходные в семью, чтобы они видели, как живет семья, как обстановку семьи, привыкали как-то же. Вот. И, значит, у нас дочь пришла и говорит: мама, нам вот просят, чтобы мы брали деток, можно я приведу ребенка? Я говорю: ой, да бога ради, приводи, пускай живет, жалко. Сначала ребята из дома малютки приходили только по выходным, затем все чаще и чаще. И когда встал вопрос, отправить мальчиков в Америку в приемную семью или взять к себе детей навсегда, сомнений у опытных родителей не было. Наверное, Господь хочет этих детей спасти моими руками. Вот, и думаю, ну что, это, конечно, легко вот добро проявлять так. Вот погладил по головке, дал конфетку, а вот так вот, чтобы это его взять и на всю жизнь. Знак отличия «Материнская слава» учрежден в 2007 году и вручается многодетным матерям Ненецкого округа. Еще 2 знака отличия отправятся многодетным матерям Ирине Ефимовой в деревню Пылемет и Галине Меца в село Коткино. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».